Torej, zdaj je z mano tukaj Savik z azilnega centra. Zdaj pa ti povej, s kakšnim namenom ste se danes tukaj izbrali? Mi smo azilanti, ja. Мы наши правицы у азильного дома, так мы мыслимо, резко мыслимо, крышу нашей правицы. Зато мы организировали некую скупщину из азилантов и активистов социального центра и защитим свою правицу. Так жили мы. Они мы другие сбиры. Че правица крыши требует себя защитить. Знай туки на факультету. Жили мы поведать за те ствари, кай другая в Азильном дому, дабы людям ведали, да мы смо, туди люди, нормально люди, и жили мы само защиты и нечесто другого. То и то, за кратко.